В 2019 году в стране отремонтировано и введено в эксплуатацию более 1300 километров автомобильных дорог. Об этом заявил председатель правления Госагентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов. Он отметил, что одним из главных достижений агентства является расширение дорог и создание новых магистралей, которые позволили повысить лимит скорости грузовых автомобилей до 80, а легковых до 90-110 километров в час. По словам Салеха Мамедова, качественные и безопасные дороги – важный фактор общественного благополучия и экономического развития Азербайджана. Одним из показателей хорошей качественной дороги является увеличение предела скорости на ней. Это также показатель экономического роста как в международных, так и во внутренних перевозках. Увеличение предела скорости на 10 км в час означает, что интенсивность перевозимых грузов на этих дорогах увеличивается на 1000 тонн. 1000 тонн.